Всем привет, друзья! С вами Денис Травников, я руководитель строительной компании «Сибирские дома», и сегодня мы поговорим о стройке. Мы сейчас находимся в пригороде города Кургана, это микрорайон Шепотково. Здесь мы в начале июня начали строить этот дом. Это дом из профилированного бруса, основой для которого мы выбрали буронабивной фундамент. Для того, чтобы изготовить такой фундамент, необходимо произвести разметку. Затем в соответствии с этой разметкой пробурить колодцы диаметром 30 см и глубиной 2 метра. Заранее заготовленный арматурный каркас поместить внутрь колодцев, поставить опалубку и залить этот весь объем бетоном марки М200. Для того, чтобы продолжить работы, необходимо ждать неделю, потому что бетон должен набрать свою марочную прочность, и на это ему нужно как минимум 7 дней. Дом из профилированного бруса сечением 145 на 145 мм. Нашему клиенту мы порекомендовали именно такое решение, потому что для дачного дома такого формата такой толщины стены достаточно для того, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно. Профилированный брус отличается от обрезного обыкновенного бруса тем, что сверху и снизу имеет шип и паз соответственно. И когда брусья укладываются друг на друга, абсолютно отсутствует возможность продувания ветром. Так как дом с мансардой, во второй этаж мы утеплили минеральной ватой и отделали имитацией бруса. Также минеральной ватой мы утеплили перекрытие по деревянным балкам и сверху изготовили настил из шпунтованной доски. Затраты на строительство этого дома на сегодняшний день составляют 700 тысяч рублей. В таком доме можно отлично провести время с семьей или выходные с друзьями, а может быть даже и рождественскую неделю. В общем, этот проект может вам позволить начать свою собственную дачную жизнь в уютном, небольшом, простом и надежном дачном доме. В нашей практике мы очень часто встречаем интересные объекты. И я бы не хотел упускать возможности о них рассказать, поэтому начал видеодневник. Я планирую, что это будет канал о строительстве, где я буду обозревать именно наши объекты. Я покажу, как мы работаем. Я расскажу, на какие этапы можно поделить процесс строительства дома и сколько стоит каждый этап. Поэтому подписывайтесь, будет интересно.